Рецессия становится вполне реальным диагнозом состояния российской экономики. Инфляция растет, позиции рубля по отношению к иностранной валюте неустойчивы, у банков отбирают лицензии, а те из них, кто держится на плаву, стремительно теряют вкладчиков. 393 миллиарда 500 миллионов рублей – такова сумма, которую граждане забрали из банков за первый квартал текущего года. По данным агентства по страхованию вкладов, в относительном выражении отток составил 2,3%. Сейчас многие россияне воспринимают ситуацию с банковским сектором как такой тревожный сигнал. Они опасаются и в связи с тем, что рубль ослаб, и в связи с тем, что Центральный банк постоянно отзывает лицензию различных банков. То есть все больше и больше, то есть тревоги здесь связано с проблемами в банковском сегменте экономики. Больше всего от бегства вкладчиков пострадал Москомприватбанк. Он потерял 43,4% депозитов, то есть более 17 миллиардов рублей в денежном выражении. Отток вкладов начался в марте на фоне обостренной политической обстановки с Украиной. В первые дни после назначения в банк временной администрации финансовое учреждение теряло по 1 миллиарду рублей в день. Банк потерял треть вкладов до того, как в апреле его купил Бинбанк, получив от агентства по страхованию вкладов заем на санацию в размере 12 миллиардов рублей. Также в тройку лидеров по оттоку вкладов вошли Всероссийский банк развития регионов. Он потерял 3,9 миллиарда рублей или 14,17% вкладов. И Связной банк 14% или 7 миллиардов 200 миллионов соответственно. Несмотря на тяжелую экономическую обстановку в стране, эксперты не советуют отказываться от банковских вкладов и настоятельно рекомендуют не хранить свои сбережения под матрасом. А вот выбрать для себя надежный и крупный банк будет не лишним. Александра Рьянова, Илья Федулов, Горький ТВ.